когда была война, и мне было 10 лет, и мы жили в одном помещении несколько семей. Четыре семьи, именно в нашей комнате четыре семьи. Во-первых, была атмосфера очень теплая между людьми. И вот я помню, что у нас тогда Артурик только родился, прямо на площадке наши соседи. У них тогда родился ребенок, страшно капризный оказался наш Артурик. Для того, чтобы Артурик у нас заснул, нужна была идеальнейшая тишина. И по закону подлости обязательно кровати скрипели, что-то обязательно падало. Наши папы все были на войне, соответственно, сколько у нас человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь взрослых, плюс я, моя сестра, еще двое. Вот столько человек, приходилось всем спокойно сидеть, пока ребенок поспит. Или хотя бы уснет, а потом уже можно как-то двигаться. Я помню, еще там был длинный коридор, очень длинный, и всегда он почему-то был темный. Но сами комнаты, где люди жили, были очень светлые, очень теплые, даже какие-то обжитые уже. Мы домой уже как, не знаю, вот в эти периоды между обстрелами города. Только тогда, поднимаясь, уже дом какой-то холодный был. Теплее было в подвале, чем там. Мы так приблизительно прикидывали, что 15-20 минут нужно на перезарядку установки этой град. И за это время можно было выбросить мусор, можно было сыграть в прятки, можно было сбегать домой по своим делам. А Артурик спал, да. Ой, он вырос, он классный парень, он отучился на юриста. То есть не зря, да, мы все смирно сидели, пока он выспится. Так что все не зря. Самая любимая цифра – это 40, потому что вот досчитаешь до 40, уже можно будет выйти, поиграть, начинается снова детство. Я еще в школу не шла, но уже умела писать и читать, и считала до 40, то есть я уже… меня учили этому. И когда первый раз уже ударили по городу снарядами града, папа сказал, что снарядов там бывает целых 40. И говорил, вот если мы посчитаем до 40, все это кончится. Залп, один удар. Залп, второй, третий, четвертый, 38, 9. И уже 40, и 15 минут на свободы. А нам, детям, хотелось выйти погулять, поиграть, как это было до войны. У нас было целых 15 минут мира. Первый удар слышен, это знак, что уже нужно спуститься в подвал. За минуту быстренько, не бия с собой ничего, просто бегом и в подвал. И все говорят, быстро, быстро, быстро. Спускаемся, закрываем за собой дверь. А потом уже снова. Удар, цифра, удар, цифра. 40. Это окончание, это конец, это завершение чего-то такого плохого. Вот это именно то. Thank you.
ծնվել եմ այն ժամանակահատվածում, երբ որ մարդիկ նկուղում էին։ Չեմ հիշում ոչ մի բան այդ տարիներից, չեմ հիշում ոչ մի ձայն, ոչ մի ինչ-որ դրվակ, բայց մինչև հիմա իմ մոտ վախ կամ, չգիտեմ, զզվանք ասեմ, տենց զգացմունք կա բարձր ձայների հանդեպ։ Ես չեմ սիրում, երբ որ մեկը գոռում է, չեմ սիրում, երբ որ սալուտներ են դինում, կապ չունի ինչի հետ կապված։ Ես չեմ հիշում այդ պատմությունները, չեմ տեսել նման ոչ մի բան, բայց այդ ցանկացած պատմությունից, որ նկուղի հետ է կապված, ես միշտ հուզվում եմ։ Ու ինձ թվում է ֆոտոներն էլ նույն ձևով են։ Եթե անկեղծ պատմություն կա, ուրեմն անկեղծ նկար կստանաս։ Ընդհանրապես սիրում եմ նկարել մարդկանց։ Տարբերություն չկա որտեղ։ Կարևորը, որ այդ միջավայրում իմ մոդելը իրան ազատ զգա, անկեղծ լինի։ Դու այդ ժամանակ նկարում ես մարդու հոգին, երևի, չգիտեմ, իր հիշողությունները։ Նոր իդեա ծնվեց, մտածեցի, որ կարելի է նման շարք անել։ Անել այն մարդկանց, ովքեր հիշում են իրենց նկուղային կյանքից ինչ-որ բան, ու նկարել ուղիղ 40 հատ նկար, ու 40 էլ դնել անունը։ Մի գուցե և 40 փոքրիկ կարճ պատմություն, ոնց էին իրենք հիշում, վերհիշում այդ 40 հարվածը ապրում, ու հետո նորից սկսում ապրել։